Привет! Сегодня, как и обещала, покажу вам грим разбитого лица. Нам понадобится обычный театральный грим, жидкий латекс, кровь, вот такой вот клей, у меня мастикс для приклеивания бороды и усов, какие-нибудь старые кисти, которые вам не нужны, потому что отмыть их потом очень сложно, ну и, пожалуй, пинцет, и, возможно, нам пригодится иголочка. Такую вот кисточку из искусственного ворса и нанесу ее его латекс на веко. Теперь я открываю широко глаз и жду, пока латекс склеит подвижное веко и неподвижное. Наше подвижное веко, как вы видите, склеилось. Глаз теперь у меня не закрывается. И на лоб я нанесу еще один слой. И немножечко, не толстым слоем, на нос, щеки и область около носа. Давайте немножечко еще добавим латекса под глаз. Потом, когда мы будем рисовать синяк, будет выглядеть, ну, красивее, это, конечно, не то слово, но более естественно. Ну и я подожду, пока все это высохнет. Еще не совсем высох на брови, поэтому я его периодически еще буду подправлять. Ну а тем временем мы снимем кожицу с носом. Можно подцепить ногтями или обратной стороной иголочки, чтобы не пораниться. Вот так вот отрывается наша вторая кожа. Пожалуй, самое интересное, мы будем это все разукрашивать. Я с помощью вот такой вот кисти и палитры грима. У меня есть вот такая вот спекшаяся кровь, ну, конечно, настоящая, вот, и добавлю я ее вот сюда. Милый повседневный макияж у меня получился. Надеюсь, вам понравилось. Пока!